Привет. Поехали мы. Не мы, а я, Палыч, повезет меня на маникюр. Зою подберем по дороге. Да, там из поликлиники должна она. Да, там все анализы сделать или чего-то. Там нос чешется, не могу. Но сейчас пока в магазин едем, еще пораньше выехали. Надо супчик варить. А у нас ни картошины дома нет. Я ведь так и не заказала петромост-то. Все собиралась. Все, и так и прособиралась. Все, не, дела на случай замучили. То туда, то сюда. Сейчас придется заехать купить картошки. Мясо сварили с утра. Картошки куплю, остальное Палыч доварит. Да, Палыч? Да. Так что сейчас заедем. Возьму немножко. Того. А этого? И этого, и того. И всего так и хватит, скажи. Я ничего не хочу. И тебя больше. Нет, я спать хочу, если стало. 5:20. Что меня распирает? 5:20. Выспалась и больше не спала. Сейчас магнитик. Союз еще закрыт, но магнит заедем, он со СМИ. Никого нет, спят еще, весь народ спит. Ох, какое солнце опять. Солнышко, тепло у нас, красота. Красотенная. День танцев с привидениями. Сегодня день танцев с привидениями? Да. Поедем домой, еще время позволяет. Закину сейчас, занесу, а то в двух руках как получше тащить. Неудобно, с клюшкой бродит уже без костылей. Мы ходим уже с клюшкой, наконец-то. Уже костыли откинули. Ласты уже откинули. В магните, говорю, ценности от картошка стоит 20. Пробиваю 28. Ну, 27,99. Ценник стоит. Там вообще не разбери, поймешь. 73 рубля какая-то свежая картошка. Я говорю, я правильно взяла 20 рублей. 27. Такой цены вообще там не было. Лук стоит 45. Продают по 56. Ну, ругаться у меня уже не было ни времени разбираться, ни желания. Потому что, ну, картошки купила, конечно, я сетку. В сетке там, пускай, 4 килограмма, так. Не обеднею я, от 30-ки хер с ними. Вот, морковка. Морковку правильно вроде пробила. Морковка вроде 73, что ли. Хрен знает. Короче, тоже две цены на морковку. 67 и 73. Одна. Тоже, по-моему, неправильно пробила. По 67 была морковка, она мне по 73 захерачила. Мне уже разбираться не с 3 морковины, я взяла, да, 4 луковицы, да, там, ну, в общей сложности, ага, дяденька, отъезжаешь. В общей-то сложности на рублей на 40, на 50 разница, если вот докопаться. Ну, некогда мне уже стоять, потому что надо ехать еще за Зоей, да, пропадея не пропадом. В магните все время так. В Петровском это редкий случай, такая бывает, ерунда, девка просто сидела какая-то. Не та сидела. Не умеха новенькая. Так у них в Петровском вообще не бывает практически каких-то накладок. А в магните это сплошь и рядом. Это у них закономерность. Хрен с ними, думаю. Пока возвращать, да пока перето, да пока пересё, да пока дозовутся, да пока докричатся. Так, давай я унесу, чтобы тебе уже ничего не носить. Домой приедешь, только свою задницу занесешь. Шевелиться нельзя в машине, у Палыч. Не маши руками. Шевелиться можно, а руками махать нельзя. Не на демонстрации. Что вы говорите? Что вы говорите? Все ему отсвечивает. На, куда в угол пришел? Буду ездить на заднем сиденье буду. Раз на переднем я тебе мешаю. Садись на заднее. Мне еще лучше. А вот ты на заднем поедешь. Давай руль туда перенесем, поеду на заднем. Будем задним ходом ездить. Жопным ходом, да? Поехали за Зоюшкой, все. На кровь сдала, сейчас я ей позвонила. Бегу в Петромост, надо заплатить за Билайн. Я говорю, карточку надо иметь, и никуда бегать не надо. Я говорю, никуда не бегай, не на остановку, я заплачу, тебе переведу на руки, мне отдашь и все. Ой, правда, да, и правда, ведь я говорю, нет. Бегай туда, пока в Петромост она бежит из больницы, да пока из Петромоста она бежит. Из больницы, покати горошек. Нам уже надо ехать. Да, я говорю, вот да. Все, что ты карточкой-то не пользуешься? Боюсь.
бояться. Не укусила никого еще, карточка не съела. Сейчас вот здесь на остановочке подберем ее. Еще, наверное, не дохряла. Она от больницы бежит, так еще она не дошла, наверное. Сейчас посмотрим. Не вижу, еще не доползла. Туда в конце, конец уеду. Нету еще. Вот, я еще бы в Петромос бы бегала. Где она чешет? Здесь можно, да, стоять, Сереж? Быстро мы доскакали-то. Что? Ты что, дяденька? Что-то дяденька подошел, ручкой машет. Что-то спутал с кем-то, что ли? А может, машину ждут? Может, такси ждут на остановке? Подошел, что-то ручкой машет мне. Я выглянула, говорю, что? Они что? Ладно, ждем Зою. Куда ее принесло? Легко принесла, перелезала через забор, не могла перелезть. Ножку просунула, в крестики в эти не влезает. Через верх ей не это самое. Ногу не закинуть. Мала. Показывает, что езжайте туда, там останавливаться нам нельзя, подбирать ее. На повороте, на мосту. Откуда она выползла тут? Я ничего не нам понимаю. Нам было и туда лучше идти, вон там пешеход. Я не знаю, что она. Бегом бежит. Ой, ну что, проминаж ей полезно, пусть побегает. Тут видишь, машина сейчас тебе на мост будет. Лишнее нельзя здесь останавливаться, конечно. Зачем мы будем нарушать? Пусть идет. Ты что, она пошла через ЖПП как-то? Я вообще не поняла юмора. Ей надо обходить до моста, до самого моста. Завтра она к нам придет. Ну, Матрёна, Нет, не думаю, вот где-то там должна быть. Да вон, вот, я вижу, где заканчивается. Вон, вот заканчивается где. Не могла перелезти. Ну что, я буду перелезла через забор, нефиг делать. Одну ногу так туда, другую сюда. Она в дурку, конечно, в дурку-то она не влезла однозначно. А я бы перемахнула. Одну ногу туда, вторую на крест. Ну, только бы махом, и была бы уже бы тут. Да. Да, она коротконожка. Ты видишь, он машины как прут, одну за нельзя, одну. Нельзя здесь, конечно, стоять, ничего. Придет. Вот у нас денег лишних нет. Да уж не бегала бы. Бегом бежит, я приблизила. Конечно, она тут целый километр. Ой-ой, бегом бежит, Зоюшка. Да не беги, ты сама подождем. Да, конечно, подождем. Чего несется-то, вы тоже. Скажет опять, сейчас Ленка даст джаза мне. Не вовремя приди, так. Ой, тоже кулема. У нас еще закрыт железнодорожный мост. И все сюда, весь город едет через Краснофлотский мост. На месяц, да, Сережа, или на два закрыли? На два. Вот, асфальтовое покрытие полностью там меняют. Это, паровозы-то ходят? Паровозы-то. Включи, я открою окно. Паровозы открывай. Ходят-то. Да не беги ты, мы подождем, вся убилась. Зоюшка, ты что? Ты что, мы ведь подождем? Там нельзя нам останавливаться. Подождем ведь? Ты откуда взялась-то с той стороны? Я там перешла, я не думала, что он сплошной, блядь. И в дырку, и в ту, и в другую, блядь, ни в какую не влезаю. Так тебе проще было назад, Зоя. Назад пойти. Пешеходный переход-то, посмотри, рядом. Где? Да сзади. Вон там. Пешеходный переход-то. Не видела никого пешеходного. Несется, бежит, я гуздурела, что ли? Там нельзя останавливаться нам, видишь? А с машины-то... Там у самого Ленинградского. Так ну всяко поближе, чем ты шла. Ну, отдышись. Так не бежала бы тихонько. Я уж не стала звонить тебе, думаю. Бежит, что бежать-то? Успевай, я бежала. А наверх, блядь, не бежала. Представь, вот сколько она бежала, кончилась тут это самое. Ой. А ты почему с этой стороны, я не поняла? Ну, посередине, блядь. Нет, раньше... ты-то откуда взялась оттуда? Ты откуда из больницы? Я вот тут по светофору перешла. Вот прямо. Ты когда позвонила, то я шла по той стороне. Ну? Я по пешеходу перешла на эту сторону, где клиника. А вот дует тут... ее, закройте. Что, а, на той стороне это самое. Закрою. Отнеси надо. Ни к чему, я же тут... Дай бог второй раз, блядь, когда еще до ремонта до этого было. Тогда было по стороне
этого тротуара, а тут, блядь, посередине этих херни. Ой, не выкрою. Ну ладно, у тебя сегодня утренний променаж. Это вместо тебе, скажи, фитнеса? Да, да. Вместо фитнеса. А здесь, видишь, транспорт, видишь, сколько идет железнодорожный. Да, да, Зоя. Поэтому вставать тут нельзя на повороте, нарушать камеру кругом. Понимаешь ты? Где опять есть мое счастье? А я еще с крови-то иду, меня перфиливают тормознуло. Ну, чего? Как кружит голову любовь, поит туманом до пьяна, и никаких не надо слов, когда со мной любовь моя, ты лучик мой в моей судьбе, ты озарила душу мне. Вышли с маникюрчика. Идем до Петровского прогуляемся. Сегодня так у нас не очень жарко, да, Зоя? Я еще хотела сегодня легкую курточку надеть. Где я тебя не вижу, Зоюшка? Где ты? Чего? Ну, царапает, да, чуть-чуть? Да. Я дома, если что-то почищу. Да, у меня такая же пилочка тоже дома. Сегодня температура такая. А утром ветерок, теплее, мне кажется, ветерок, было, ветерок было поднялся. Теплее. Во-первых, солнце было лучше. Во-вторых, ветер поднялся холодный, ледяной. А Сережа говорит, ветер на запад поменялся на теплый. Но ни хрена не теплый. Не теплый. Ни хрена не запад. Ну ладно. До магазинчика дойдем. Что, Зоюшка, а? Сегодня тут скумбрия. Слушай, мороженое 219, карбонат свиной 339. Запахи у них тут что-то готовят, да, они жарят, парят, пекут. Так, сейчас что-нибудь возьмем. Чаю, да? Чайку чего-нибудь возьмем. Чаю, чаю накачаю, кофею нагрохаю. Так, картофельная и сметанник. Вот что-нибудь там, сметанник или лепешку картофельную, да? Да. Взять. Да, что-нибудь. Сонное царство тут опять. Сонное царство. Эй, эй, носик, носик, эти носик. Дрыхнут, дрыхнут целый день. Соньки за Соньки. Шайтан машина, говорит Оля. Все, что непонятно, не пробовано, все, что там машина. Да-да-да. Вот это живот. Ага. Вот и солнце так не очень, как против света, вернее, так не очень, я думаю, понятно, что поводу это. Слушай, ты пошла и пошла, да? А широкий шаг-то у нее, смотри-ка, да? Широко шагает, я думала, она, ой, как хорошо, молодец. Так, и так, и бочком. Это тут я кролика, а это вот тоже. Классно. Это не знаю, какая фирма, тоже так нужно сделать. Угу. Здорово. Все, еду домой. Приехал, остановился. Дверей не открываю. Что, двери, ты будем открывать или нет? Вот такие с мостов и падают. Так и топят пассажиров. Открыл дверь и говорит, конечно, остановка. Парень еще один сидел, высадили, встал, типа сломался. Господи, где их понабрали, понагнали? Откуда? Ветер с ног сдувает.
опять, наверное, снегу нанесет. Не иначе. Вот, 2 дня постояло, тепло, и хватит. 2 дня было лето, но мы в это время были на работе. Так что вот так. Прямо несет ведь. Ладно, к дому подхожу уже. Мы путешествовали, хватит. Хватит, натерпелись.